Привет, с Новым годом вас всех! Я решила позаниматься. Классно, давай сегодня позанимаемся твоей растяжкой и твоими стопами. Так, сели мы с тобой на кубик. Теперь пытаемся выпрямить спинку. Давай, выпрямляй спинку, ребрышки вперед, коленочки тоже вытягиваем. О. Да, ты как хотела. Давай, садись. Ручки в стороны, считай до 10 быстро. Раз, два, три, четыре. Коленочки вытягивай. Раз, два, колено. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, раз, ручки вперед. Два. Ручки вперед. 5, 6, коленочки. 5, шейка. 8, где 9, шейка? 10, ручки 5, вверх. 2, замочек 3, собери. 4, 5, за голову, да? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ручки на пояс. С прямой спинкой еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Руки в стороны. И теперь делаем складочку 10 раз. Хорошо. Давай. Нет, давай руки через стороны. Кладешь животик. Да, давай 10 раз. Ручки в стороны, через стороны обнимаешь свои ноги. Раз. Нет, ты должна вот сюда хвататься. Ты должна класс показать, пример, как надо делать, а не как не надо. Давай, ну-ка не пытаешься. Рисала, вот это упражнение очень хорошо растягивает и спину, и твои ноги. Раз, выпрямилась. И два, выпрямилась. И три. И четыре. Животом ляг. И пять. Коленки не сгибаем. И шесть. Коленочки дергаются. И 7. И 8. И 9. И последний. Остаешься внизу немножко на 5 счетов. И 10 раз держишь. Ну, Люслава, давай, пятки держи. Еще раз, последний раз, и остаешься внизу. И раз. Колени. 2, 3, 4, 5. Где тянется? Покажи. Коленки, а сверху не тянется подъемчик. Стопы тянутся твои? Да, все тянется. Все тянется. Давай еще раз. Задерживаем на 5 секунд. И раз, два, три. Ну, это что такое? Ай-яй-яй-яй-яй. Давай еще разочек. И раз, два, три, четыре, пять. Раз, прямые, прямые, два, три, четыре, пять, молодец. Так, мы теперь сделали резиночки. Делаем 10 складочек. Давай, и раз, складочку. Ну, что такое горбатое? Все же видно, как ты горбатишься. И два. Все равно горб торчит. И три животиком. Ты не клади голову. Вот так вот, бородочек. И четыре. Вот. Клади животик на ножки. И пять. Вот. На ляжки положу. Да, молодец. И шесть. Тянется где? Тянется, тянется. Покажи где. Тут. А стопы не тянется? У нас задача. Да, конечно, тянется. Ну, а чему ты их никогда не показываешь? Странно. И что у нас там было по счету? Пять. Шесть сейчас будет. И шесть. И семь. И восемь. И девять. И осталось 10. Легла до конца. Раз. Пятки возьми ручками. Два. Вот за стопы держи. Пять счетов. Давай еще раз. Пять счетов держишь за пальцы, за свои согнутые. И
Раз. Нет, надо лечь животом. Ну, ты так хорошо легла. Давай. И раз, два, три, четыре, пять. Отдыхаешь. Еще. И раз, два, три, четыре, пять. И последний разочек. И раз, два, три, четыре, пять. Молодец. Мы теперь делаем упражнение. Сидим с прямой спинкой. Очень прямой. Не касаются пятки пола. Ну-ка, оторви. Только икра. Выворот на ножке держим. Вот так, пятки вместе, стопы вроде. Все, и пошли. 10 раз. Раз. Икрой, икрой, икрой на пол. Ну вот, касается. Давай еще раз. Икрой можно, пятка нельзя. Раз. Нет, икрой. Где у тебя икра, покажи. Где икра? Ну, а почему ты ее не кладешь на пол? Вот это на пол кладешь. Вот так, да. Икрой. Раз, пружинь, пружинь об пол. Раз, раз, раз. А пятку держишь на весу. Все, погнали. На старт. Выверни. Натяни здесь. Может, обе буду? Обе не получится сразу. Давай. Поехали. Раз, два. Выверни ножку. Пятка вверх. Ты сама считай. Да почему ты не натягиваешь? Вот тут натянут. Вот так, выворотно, да. Спину вытяни. Спиночка. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Другая ножка. И вот. Раз. Вывернуто. Выверни ножку. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Умничка. Еще раз право. И... у меня уже стопы болят. Ничего, давай еще разочек. Они работают. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Другая ножка. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И две ножки. Девять, десять. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так широко. Семь, восемь. Поуже чуть-чуть. Девять. Поуже, поуже. Десять. Оп, оп. Молодец. О. Ну что, давай посидим на голеностопчиках. Давай. Давай, садись. Пяточки сразу выдавливаем. Подъемчики выдавливаем. Сидим. Считай. Раз. Два. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давай, соединяй пяточки вместе. Почему одна у тебя подъем вперед, другая нет? Ножка, а? Давай, давай, соединяй. Потому что одна больше болит. Держи пяточки вместе. Става, один подъем. Теперь ножку одну вверх. Раз. И два поставила. И другая ножка. Раз. Колено дотягивай. Учимся коленочки. И два поставила. Ничего. 10 раз делаем. И 3. Колено дотягивай. 4. И 4. И вниз. Оп. И 5 вверх. И оп. И 6. Оп. И 7. И оп. И 8. Колено дотягивай. Нет, это не считается. Еще раз 8 переделываем. Еще дотягивай. 8. И 9 дотягивай, умничка. Только не косолапь ножку. И 10 выворотно. Умница, отдыхаем. Так, теперь сделаем. Стоим, подъемы выдавливаем. И курочка. Нет. Пятка на колено. Коленка в сторону. Вот так. Все, сидим. Сиди, равновесие держи. Раз. Коленочку тяни вниз. Вот так, два. Нет, попу-то не опускай. Попытка номер два. Раз. Подъем внизу выдави. Два. Пятку подними выше. Три. Нет, коленка вниз. Лисава, коленка вниз. Четыре. Пять. Шесть. Что тянется? Семь. Восемь. Коленка еще. Девять. Вся кривая. Десять. Поменяй ножку. Раз. Два. Три. Четыре.
5. Пальчик дотягивай. 6, 7. А что 33 подбородка? 8, 9, 10. Все. Так, теперь берешь кубик. Бери кубик. На пол ставь. И вставай на этот кубик. Сделай Нет, встань на полупальчики. Вот сюда. На высокие полупальчики. Давай, попробуй устоять. Ручки в стороны. Ну, в чем дело? Ты что, не можешь стоять? Равновесие, стой на полупальцах. Быстрей. Ручки в стороны, стоим. Корпус над ногами, руки в стороны. Тогда будешь стоять. У тебя руки назад. Руки в стороны. Вот так. Пятки вместе. Раз. 10 секунд стоим. Потому что у кого-то живот слишком большой, да? Раз. Два. Три. Ну, живот тяни. 4, 5, 6. Коленочки. 7, 8, 9, 10. Теперь делай вверх, вниз. 10 раз. Левые ручки в стороны. И 1, 2 и 3. Ну почему ты вот так делаешь? И 4 ручки в стороны. Ручки в стороны. И 5. Коленочки прямые. 6. Ножки вместе. Представляешь, что они у тебя завязаны? 7 и 8. Выше. И 9 и 10. Отдыхаем. Так, ставим на кубики и делаем складочку вниз. Схватиться за кубик. Поехали. Ну или хотя бы просто вперед. Вот. Давай за кубик хватайся. Коленочки прямые и выпрямляешься. Ну а что тянется? Чего у тебя тянется? Чего тянет? Ребра. Ребра? Интересно. Должно вообще-то под коленки тянуть. Давай. Естественно, под коленками. Ну что-то незаметно, раз ребра. Давай. И 1. Блин, под коленками тянет. Ну и? Ты не будешь делать теперь это упражнение? 1. Давай еще раз. И 1, 2 и 1. Нет, ты не достала до кубика. И 1 схватила кубик. 2 и 3, 4 и 5. И хоп. За кубик спрячься. А носочки на кубик поставь. А пятки на полу. Давай, думай. Вот так, давай. Не упадет. А ты не надо всем весом на него. И также делаешь складочки. Поехали. И 1 и 2, что тянется. И да, только если бы ты еще спинку примерял, было бы круче. И давай, давай, давай. И 1. Хорошо. А выпрями, она у тебя еще потянется сильнее. И 2. О! И 2. Хорошо. Еще давай немножко. 10 раз давай делаем. И вниз. И вниз. Осталось еще сколько? Еще 6 раз. И 6. И 5. Коленочки не сгибаем, это не считается 5. Только с прямыми ногами. И 5. И 4. И 3. И последние 2 раза. 2. И 2. И последний. 1. Молодец. Теперь ставь кубик под пяточки. Наоборот.
Поняла? Да-да, высокие полупальчики, прямые коленочки. И также делаем складочки. Выпрямим. Почему у тебя одна нога-то прямая, другая нет? А ты поставь ручки на пол. Давай, ставь ручки на пол. И согни коленки немножко. Нет, пятки, да, на кубики. Вот, теперь оставляешь ручки на полу, выпрямляешь колени. И раз. Да. И раз. Ну, дотягивай коленки. Я вижу отсюда, что ты косолапо стоишь. Дай, выше. Выше подними. Вот так, все, выпрямляем. И до конца. Не выжило колено. И три, поехали. Выжимай вот это. Вот. И четыре. Молодец. И пять. Давай, дотягивай. Этот не считается. И дотягивай. Пять. Вот. И шесть. И семь. Не дотянула. И не дотянула. Колени прям должна в другую сторону выдавить. Давай. И восемь. Дотягивай. Ну, одну выпрямила, другую нет. Давай. Девять. Два раза осталось. Дотяни. Вот. И последний разочек. Вот. Умничка, молодец.